отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области в отношении бывшего сотрудника ГКУ Саратовской области Дирекции транспорта и дорожного хозяйства возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за получение должностным лицом взятки в виде денег в особо крупном размере. По данным следствия, в период с марта 2011 по май 2020 года сотрудник ГКУ Саратовской области Дирекция транспорта и дорожного хозяйства, занимавший в указанный период времени разные должности в данном учреждении, получил от руководства подведомственной организации, специализирующейся на строительстве, ремонте и содержании автодорог, частями взятку в виде денег в общей сумме более 3 миллионов рублей. Незаконное вознаграждение предназначалось за общее покровительство со стороны должностного лица к данной организации. Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Саратовской области и проверки, проведенной прокуратурой Саратовской области. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области Надежда Волошина.